Златан Ибрагимович получал карту флешбека в прошлом сезоне, но, к сожалению, в этой версии игры его уже нет. Ведь шведский футболист принял решение завершить карьеру еще в 2023 году. Того же Уэйна Руни добавили в FIFA Mobile спустя полтора года после завершения карьеры. Значит, и Златана стоит ждать через год кумиром. А также стоит забрать абонемент бесплатно в моем телеграм-канале.